Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео мы совершим поездку по Болгарии до городка Синеморец, где находится пляж Бутамята. Это поездка 2017 года на арендованном автомобиле. Синеморец. Маленький поселок, являющийся самым южным болгарским морским курортом. Граница с Турцией проходит в 12 километрах южнее. Синеморец находится в 5 километрах южнее Ахтополя, в 20 километрах южнее Царева, в 90 километрах южнее Бургаса. Его население составляет около 350 человек. Поселок расположен в заповеднике Странджа, самый большой заповедник Болгарии. До 1990 года Синеморец был частью приграничной зоны, и как следствие доступ сюда туристов был ограничен. Благодаря этому поселок, возможно, сумел сохранить атмосферу удаленного от цивилизации места. На месте современного Синеморца находились греческие и фракийские поселения, о чем свидетельствуют результаты археологических раскопок. Первое письменное упоминание о Синеморце датируется 1498 годом. Тогда поселок состоял всего из 17 домов. Его население занималось торговлей деревом. Такое явление, как шумные толпы отдыхающих, абсолютно не свойственно Синеморцу. Здесь не услышишь громкую по меркам курортов, мегаполисов музыку, здесь нет огромных отелей, суеты и шума дискотек, как на популярных курортах типа Золотых Песков. В Синеморце есть 4 основных пляжа. Устье-Ету, расположенный в устье реки Велика, это в северной части Синеморца. Бумята, расположенный на южной окраине поселка рядом с отелем Беллависта. Липите, Липы, дикий пляж, находящийся в 1,5 километра к югу от поселка. И Селистар, расположенный в 6 километрах южнее. Морское дно в районе пляжей, песок и мелкая галька. Пляж Бутамята является одним из самых популярных пляжей Синеморца. Он представляет собой небольшой пляж, предлагающий спокойствие и чистоту. Название пляжа Бутамята происходит от греческого слова «потамус», которое означает «река». Позже оно превратилось в «потамя» и, наконец, в «бутамя». Бухта расположена таким образом, что зачастую там есть небольшое волнение, которое в то же время делает это место желанным для любителей серфинга, которых можно встретить здесь довольно часто. Пляж окружен красивыми скалами, при взгляде на которые каждый раз можно увидеть различные фигуры. Береговая линия очень красивая, на левом скалистом берегу построено несколько отелей. В то же время рядом с пляжем расположен небольшой лес, где в тени можно оставить свой автомобиль. На пляже есть 2 заведения, где можно заказать еду и напитки. Как и многие другие пляжи, пляж Бутамята предлагает своим гостям развлечения. Отдыхающие могут прокатиться на банане или попробовать летающий водный ранец. На одной части пляжа есть зонтики и шезлонги, которыми можно воспользоваться за дополнительную плату.